Мне вот сказали, информацию получил, пришел узнать, что происходит, собственно. Ну, поделитесь, пожалуйста. Документов как бы основательных таких нет, да, там, о сносе. Ага. То есть есть вот где у нас незаконная была часть гаражей, там, да, как бы. Но, опять же, вот у нас Григорий есть, он адвокат. Да. И он говорит, что мы как бы не относимся к МГСА. Но претензия предъявлялась к МГСА, правильно? Да, поэтому мы там подать на то, что мы от МГСА открещиваемся, почему и пытаемся тоже как бы затянуть этот процесс все-таки сноса, да? Сейчас сегодня они там открытые гаражи, по крайней мере, порежут, ага. Которые без дверей, которые уже кинули. То есть сейчас будет именно гаражи. Незаконная часть, как они и собирались, в общем-то? Ну, тут даже и незаконные, и законные тоже хотят. Заодно. Да. Ну, вот я так понимаю, вот это уже законная часть. Тоже не прямо уж узаконена эта часть, но... Ну да. Тех, кто бросил, да, уже как бы тоже хотят порезать гаражи. Вот. То есть как, они просто приехали, без бумаг начали... Ну нет, они предъявили, что есть план там, да, вот на ту незаконную часть, что это принадлежит земля, гостиница, а это гостиничная земля, и решение вынесло управа района. То есть это по ихнему решению они решили, что и это заодно они сносят. Угу. То есть это не суд какой-то там решение принял там, да. Вопрос только сейчас теперь как бы признать, что мы частные лица, что мы к МГСА как бы отношения не имеем. И на основании этого как-то попытаться на землю свои, как сказать, права предъявить. Поговорим с юристом, посмотрим, что да, вот лучше, да. Геннадий, наверное, более... Да, более, я думаю... Гриша более... Как... Да, мы же с ним в МГСА и ходили, кстати. Да, мы присутствовали на той встрече, да, он знает это все. Да. Сейчас прояснит, наверное. Спасибо. Не за что. Запечатлеть на память. Здрасте. Ну да. Уж не в первый раз видимся. Да. Документы, что за управа? Ну да. Ну, вот такие бумажки мы видели. Непонятно, что это такое. Нет, ну это они делают, приходит специалист, фотографирует и несет от всего права, что он якобы его повестил. Там же прошла информация, что там чуть ли не префект сам лично сказал, нет, что... Зам префект сказал, что мы вас не тронем. Ну. А потом через день... Обманул. Обманул просто и все. Обманул. А просто вот так? Конечно. Кинул, вот называется. Это же власть, она же кидает. Кидалова. А что тогда делать сейчас? Я говорю, надо просто в суд подавать арбитражный МГСА. Срочно причем. Срочно. Да. МГСА подавать в суд. Ну, сегодня я видел. Я так понимаю, что просто никто не в курсе даже. Да, информация, да. Он никому не звонил. Я смс вообще не получил, я сразу приехал. От кого? От него? Нет, от Кости, от этого казначея. Он всем обычно рассылает на смс. А, странно. У него мой телефон вроде тоже был, я не получал ничего. Нет, потому что я собирался. Я в интернете узнал это. Причем, знаете, от кого? От Соломатиной. То есть ей звонили. А кто? Ну, при мне он звонил ей, что делать. Вот. Ну, и она говорит, приходите ко мне, нам напишем бумагу. Я не знаю, почему не поехал. Я не знаю, он же никому еще не говорит. Так я про то и говорю-то, для меня это вообще сюрприз. Не, ну полный. Никому еще не говорит. Он занимается сам собой, и делает, что хочет. Никого не говорит, есть какие-то. Как это было, помните, как мы сделали инициативную группу. Ну да. Что это такое? Ну, мы этой группой пошли в МГСА, если помните. Да. Но МГСА развели руками, сказали, мы знать не знаем ничего. Вообще идите к префекту. Территория не их, поэтому они пошли они к префекту, все правильно. Но когда это было? После 11-го тура. Мы были понедельник. Деньги, которые мы сейчас прижал, Косец, Марат. Марату еще не платили за сентябрь. Сказали, что ему заплатят какие-то деньги. А он сегодня уже все закрывается. Ну, заплатит он по факту, чтобы не отработал. Все, больше охраны не будет. Охраны с сегодняшнего дня уже нет. Кто ворота закроет, я не знаю. Ситуация какая? Планируется поехать в МГСА, взять у них решение, исковое заявление на арбитражный суд. Значит, ну, соответственно, отдать его в арбитражный суд. Значит, на окружную комиссию, значит, сделать ИСОМ. Для того, чтобы попытаться доказать, что МГСА не имеет отношения к застройке этого объекта. А в дальнейшем, когда будет получено такое уведомление, что суд присудил не МГСА фактически застраивает, а фактически застраивает физические лица. Ну да. И, соответственно, затем подавать уже от имени каждого физического лица в суд на, ну, либо на управу за совершенно противоправные действия,
либо на АО «Аладдин». Да, вот. Значит, ситуация в том, что представителю управы предоставили документы, в которых указано, что ООО «Аладдин» отказываются выплачивать компенсации. Хотя их к этому принуждает управа. Но там нет конкретики. По документам, которые принесла управа, что без уведомления управы было принято решение о демонтаже. Значит, всего. Все, гаражи у нас. Есть те, кто сзади находится, арендуют земли под строительство, под асфальт, ну, то есть они хранят свои материалы. И они говорят, что у них там тянется с января, постоянно там приходят, уходят, приходят, уходят. То есть и никакой конкретики нет. Вот, и сейчас уже у них появляется какая-то... Ну, они тоже говорят, что в таком подвешенном состоянии. А председателя сейчас нет? Взял свои вещи и уехал. Не, ну мы разве кому-то обещали, что мы вас отстоим, не имея никакой информации вообще? Мы с нуля приехали разбираться. Давайте начнем с того, что мы много информации тоже не получили, особо не рыли. Я уж, слава богу, знаю. Я с вами был и в курсе. Вы действительно не давали никаких обещаний, вы и не могли их дать. У вас полномочий никаких нет. Да. Ну, даже да. Если бы вы были депутатами, то вы тоже вы бы ничего не смогли вы сделать. Вы не были депутатами, были кандидатами. Мы были только кандидатами. Говорю, даже если бы... Гражданин, вы понимаете, да. Что, наверное, 10 человек от «Единой России» в округе не могли набрать большинство голосов. Это вы понимаете? Ну, конечно. Значит, какая-то сила работала на работала. Это дело? 800, мы знаем, 800 военных только проголосовало. По первому округу, да. Да, ну это что? Как вы считаете, имеет ли смысл подавать заявление об арбитражном суде? Вот ну, вы понимаете, в чем дело? Просто нужно до конца, я не знаю, чего он, насколько он там активен. Все, что я помог, больше, чем нужно было даже помочь, понимаете? Хотя меня оно вообще-то и не касалось. Так, если... Мы вам очень благодарны на самом деле. Вы и пример хороший показали. А вот такое, имеет смысл бороться встречи. Вы понимаете, имеет смысл бороться, безусловно, только если это уже будет развалено, вам никто не установит. Нет, понятно, это понятно. Речь идет, наверное, о компенсациях. То, что компенсации сила... вам тоже не положено, потому что у вас нет юридических отношений. Это выглядит грубо, но так. Вы захватили городскую территорию незаконно. Городская власть решила навести порядок и избавиться от ненужных людей на своей территории. Все. О чем можно говорить? Вы даже за третий квартал за землю не заплатили. Я ему говорил. Заплати, ты создаешь прецедент. Что тебе 6 тысяч? Это решает вопрос для стоянки. Но это уже прецедент, сказать. Мы платим, мы платили, та-та-та, а сейчас что ты можешь сказать? А что ты за взносы? Это... Налог на землю. Налог на землю был уплачен нашей стоянкой, а не МГС, получается, да? Нет, это мы уплатили. Дело в том, что... Да, а МГС не уплатило. Но этот вопрос же поднимался. Я вам объясню. У МГС был закрыт расчетный счет уже, наверное, 3 квартала. Поэтому мы сами платили. На расчетный счет Москомзема. Да, ну, все правильно. И все. Значит, это уже председатель как бы отвечал за этот вопрос. Ну, я не знаю, кто у вас отвечает. А кто платили? Как юридическое лицо платило? Кто? Как физическое лицо? Нет, ну, я платил как стоянка номер 15 МГС, и все. А мы не юридические лица, ни они, ни мы. А мы кто вообще с точки зрения права? С точки зрения права вы структурное подразделение общественной организации МГС. Пока шел бы суд, значит, вас не должны были трогать, потому что неизвестно, какое будет решение. Конечно. А сейчас, допустим, будет решение, вы правы, и что кто-то вам это все восстановит. Да, нет, конечно. Незаконные гаражи вы, наверное, все знаете. Да? Ну вот. Нет, я имею в виду, что масло. Пристроил тут на тихоря. Это да, это мы даже были так... согласны, то, что отрезаете, да, все понятно, да, допустим. Но остальная-то стоянка, почему должна так резко сразу все? Ну вот я не. На этот вопрос мне трудно очень ответить, понимаете? Да. Я не был зам префекта. Я здесь словесно он обещал, как сказал Мурат. Так вот надо было сегодня сразу подойти к нему и сказать, ты вообще человек ответственный или ты. А-ля-ля. Ну, я не могу взять Муратова под мышку. А я уж тем более точно. А
А вот это как же? А этот был пустой. Ага. Но на нем была дверь. Да. То есть они сняли ворота. Они сняли двери, где? Где они пустые. Пустые. И вон впереди то же самое. Выйдешь там? Конечно. Это полный беспредел. Вообще. Совершенно. А? Как да, вообще? Да. Вот. И на мой взгляд, в общем-то, в любом случае, сейчас не давать возможность ломать гаражи. В этом случае. А можно исковое заявление? А вот так. Стены перед ними упасть. Это суд, да? Да, это суд. Да, 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 вот. Да, 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 понятно. Просто... Еще заявление есть. Мы просто судья, набирали. А, вы, кстати, где ваши? В суде. Вот а эти? Это у этого. У Муратова? Муратова, да. Там у него еще три копейки. То есть их гораздо больше. Значит, да, в принципе... Вообще вы приводите 10. Да. Давайте я с вами съезжу в управу. Важно подать. То ну есть да. Подать важно да. Сейчас, вот, в настоящий да. момент. Потому что когда вы подадите, после этого у вас хотя бы есть основания, потому что будут с этими людьми разговаривать, чтобы они не торопились. Естественно. Вот. Ну давайте тогда так и сделаем. Так, ну что, тогда сначала сгоняю ксерокопии. Да, давайте тогда я здесь, вы приезжайте и да. Сядь, сколько давай. У нас времени-то? Ну, да, нормально. А вот здесь рядом, вот. Да, сейчас. А где есть? Ну тогда тормози все-таки, метель, пока главный не приедет. Зачем? Ну ладно, ну, значит, так вот, скажите, я обычный рабочий. Давай, скажи. Обычный рабочий. Товарищ! Какие у вас основания к демонтажу? Где у вас документ? Документы у нас начальник. Звонит начальнику всего. Тут приедет они. Ну давайте начальника, давайте документы. И пока давайте тормозить этот снос на самом деле. Есть заявление в суд по поводу незаконного вот этого сноса. Поэтому давайте-ка притормозите вообще этот процесс до приезда вашего руководства. Вы утром вам позвонили, пускай все приедет. Сейчас заводится ушел. А? Саша, к нему? Нет, он пошел. Хоть... Ну, такое ощущение, как будто ему ничего не нужно. Я вот этого не очень понимаю. Во-первых, он не звонит и о ситуации вообще даже не докладывает рабочей группе. Мы узнаем это совершенно от наших соседей, от владельцев гаражей, что тут уже снос идет. Где бумага, где согласование? Просто не очень понятно. Это похоже на беспредел. Они ничего не предъявляют, никаких документов. Сейчас СМС. Ну, это та же самая замыс, которую я брал. Да, срочно. Я видел ее. Сносится. Угу. Ну, я и побежал срочно. Ну, понимаете, вы побежали, а некоторых даже нет в Москве людей. Если да? Не исключено. Да? Да. Ну, и что? Через полчаса. Чего? Через полчаса? Да. Вот. Ну и что, он никак не прокомментировал? Он сказал, что подойдет через полчаса. Давайте мы пока... Пройдем и спросим документы у господа. Спросили. Нету. Ничего нет. Ничего нет. Давайте вызовем милицию. Они ссылаются на начальство. Ну какое начальство? Давайте милицию сюда вызываем, да и все. А они... Звонили, что ли? Да, милиция здесь была. Здесь а, были вот участковые, там оперативная группа. Оперативная группа приезжала. А то есть любой желающий может прийти на стоянку и начать снос без единого документа, да? Да. Прикольно. Любой, да. Потрясающе. Я вообще в шоке. Начальство увидеть, да? Сейчас хорошо. Вы им сообщите сразу, чтобы они бумагу взяли с собой, да, на основании чего они работают здесь. Проходите, здесь разбирайте, здесь депутаты какой-то пришел, и то еще какой-то мужики здесь. Да, какие-то мужики здесь. Да. Хозяйник. Конечно. Давай, давай, пусть управа приедет, кто приедет, я здесь не приеду. Пускай приезжают, правильно. Да. Ну, да. Пятница, они же опять выбирают очень удобное время. Кто-то уже уехал. Ну вот они ссылаются на то, что все уже в курсе, потому что уже одну бумажку вешали. Я считаю, что нужно дать время. Это... Если они собираются сносить, наша задача сейчас выиграть время. Да, хотя бы по-любому. Здрасте. Здрасте.
сейчас происходит снос гаражей, бумаг там на месте нет. Значит, у людей стоят машины в гаражах, и их нет в Москве, половина стоянки, да? Вот мне бы хотелось понять, как с этим решать. И Юрий Борисович на месте? Юрий Борисович, здесь пришли вопросы сноса гаражей, вот вопрос срочнейший. А не можно к вам подойти? Пожалуйста, будьте постоянно услышать. Юрий Борисович, у вас проходило. Да, смотрите, вот у нас тут шесть заявлений в суд по поводу сноса приняты. Вот. Сейчас в настоящий момент люди там в гараже пилят, да, половина стоянки полная, с автомашинами соседей. Значит, никто никаких документов не предоставляет, и непонятно, что происходит. Мы просто сейчас неправильно находимся, хотели бы разобраться, потому что люди там начинают пить, как это понимают. Да. Я специально подгадываю. Но мне просто позвонили жители, и я выдвинулся на эту стоянку и просто остановил данных людей, которые там просто без документов, без всего. Значит, я житель района. Вот как только мы взяли документы в руки, мы сразу приехали к вам сюда. Ну, давайте мы жителям дадим какое-то время, чтобы они забрали свои вещи. Ну, понимаете, не все еще вообще вернулись в Москву, там машины стоят в гараже. Юрий Борисович, тогда такой вопрос. Мы хотя бы можем этот момент отложить до понедельника, чтобы там все это было не в пожарном порядке, а чтобы как-то все-таки было цивилизовано. Да, хорошо, спасибо огромное. Спасибо. Да. Так, спасибо. Хороших выходных. Спасибо. До свидания. Сейчас ждем председателя ГСК-5 для того, чтобы он пришел и разъяснил нам ситуацию по поводу договоренности с префектом и информирования в течение субботы и воскресенья людей, чтобы они забрали свои автомашины и свое имущество из вот тех гаражей, которые еще полные стоят. Ну, пока мы его здесь будем. Завтра мы здесь будем. А там дальше кто... Это где вы здесь будете? Вот здесь кто справа придет, откроет, фотографирует, что есть, хозяин. Оставим это, станет, купим, будем выжить. А сами без этого. Без управа не можем открывать каждый гараж. Вы без управа не можете открывать? Я думаю, что выходные дни вы не будете резать это. Понимаете, да? Ну давайте, вы самодеятельностью тоже не занимайтесь, коллеги, хорошо, не потому что я только что разговаривал с главой управы. Все понял. Я ему объяснил, что здесь стоят машины, он очень понял все и сказал, давайте до понедельника мы все-таки этот вопрос дадим возможность всем людям забрать свое имущество. Председатель прибыл. Добрый день. Хороший. Мы только что из управы приехали. Значит, я разговаривал по телефону с главой управы. Вот. И вот ситуация нам вот просто до конца непонятна, вот чисто документально, да? Он сказал о том, что принято решение все-таки о сносе, что есть собственник, значит, данного участка земли, и решение это принято. У нас какая-то информация об этом есть? Нет. Значит, есть участок земли, собственник. Вот один гараж. А это никакого значит. Собственнику нет. У вас есть какой-то план дальнейших действий? Никакого.
потому что с этой властью я работать и договариваться не собираюсь. Они все искажают и врут. Сам префекта на совещании, вернее, на встрече. 11 числа, да? В присутствии меня, члена стоянки, Тетеркина, председателя Восточного округа МГС, заявил, что мы снесем только гаражи, которые стоят на линии застройки. Остальные гаражи мы трогать не будем. Я говорю, какая их судьба. Дальше мы решим. И там, возможно, будет компенсация. Да, да. Понятно. А теперь, значит, сегодня пришли мальчики из управы. И говорят, было совещание, и этот стул сказал, что все снести. И нахрен он нужен мне, чтобы я с ним разговаривал. Вот, я себя складываю полномочия. Пусть кто хочет, тот снимается. То есть вы считаете, что уже бесполезно что-то делать, вы договорились, но по факту вас обманывают, правильно? Да. И в префектуре его правят. Префект, управа – это вообще пустое место. Управа. Мы ему говорим, этому стулу, вы напишите ему. Вы мне не верите? Я позвонил, он даже сказал, и я был старше по положению на этом совещании. Он сказал, с этого МГС ответ письменный давать мы не будем. Я тебе так вот так пишу в карточке, что с тобой договорено. Что договорено? Все. Такого не было. У него ведется аудиозапись и видеозапись. Если есть желание, скажите, господин Стулов, а дайте посмотреть запись приема 11 сентября 17.45. И как он будет объяснять свои действия, да? Как он будет объяснять? Ну все равно, инвалиды, куда пойдут люди, многодетные семьи, ему наплевать. Да, да, причем да. Его никто не заставлял ломать все. Разговорщик, решение суда освободить этого гребаного палатина на то место, а он поперек провода. Прошу прощения, у нас просто есть информация, мы из интернета получили, что вы обращались к депутату Сломатину. Обращался. Какой результат? Никакого. Советы одни, так и как от вас. От нас что? Мы не прошли, она сейчас настоящий действующий депутат до 21 числа. Управу не прошли. Мы не прошли. Управу? 10 человек. А, это... 10 человек. Проходит Единая Россия. Она еще действующая от старого созыва. Да, до 21 числа. У нее есть полномочия. Она тоже вылетела. Она вылетела, но в настоящий момент у нее полномочия все равно есть. Какие полномочия, что она сделает? Ляжет на дорогу, что ли? Ну, за нее мы решать да. не можем. Ну, да, но, да, тем да, не да. менее, можно было бы, конечно, ее пригласить. Может быть, у нее какие-то свежие идеи есть на этот счет. Да никаких. В суд идите. Ну в суд попадали. Ну в суд подали. Никаких идей. Вся беда в том, что эта власть, она наплевала на все, что было до нее, как и во всей русской истории. Все говно, а вы хорошие. Вот и все. Решение Сокольского исполкома. Даже если кому-то продали эту землю, все равно надо было какой-то искать выход. А его никто не ищет.
им наплевать на людей. Но такого бардака у нас не было. Чтобы человек говорил, тут же переначал и делал по-другому. Потому что он знает, что ему ничего не будет. Да, да, да. Он которые скрыты, да. Ты режь те гаражи, которые незаконно построены. Да, вот незаконно, да, вот право. Насчет вот этой стороны есть договоренность с главой управы до понедельника, чтобы люди смогли забрать. Да, ну давай, только если ты сказал, так и делай. Так делай. Ну, давай. И вы причины работаете. Все вы там. А кто сказал, что вы выходили? Которые скрыты, вот это, которые вот закрыты, минимум строгим. Но скрытый, я объясняю, вот то, что будет он скрытый, да, но его резать не надо, потому что рядом может стоять машина и так далее. Вот возьмите вот эту левую часть, то, что незаконно построено, ее уберите, вот с этой частью уже вам один день не сделает погоду. А, вот это я могу тоже сказать, можешь смело вставать, он все увидит. 61-й, да. Ну, они все равно с ним вопрос решен, поэтому его можно решить.